Мы с вами пришли к гостинице W Barcelona. Это аутлеты различные. Такая здесь инфраструктура. Это когда-то бывшие склады порта Барселона, а теперь реставрируемые здания. Ну и, естественно, я думаю, они будут относиться к порту. Просто какие-то будут дополнительные, наверное, функции нести. Вот раньше за этими складами, вот там, перед гостиницей этой, Абрамович любил ставить свои яхты во множественном числе. Не в единственном, не яхту, а яхты. То Эклипс здесь стоит, то Солярис. Вот вам такой симпатичный ракурс на гостиницу. Это водители автобуса там разговаривают. А вот это Монжуик. Отсюда виден его вершина. Вот эти здания наверху — это крепость. Мы с вами подошли к гостинице этой парусообразной W Barcelona. Это люксовая гостиница, пятизвездочная, номера отделаны в стиле хай-тек. Я уже про нее рассказывала. Вот, ну, чтобы вам было еще дополнительно интересно в моем вот этом видео, я еще раз решила ее показать. Это такая вот у нее площадка для прогулки. Находится она там, эта гостиница, я имею в виду, где раньше было море. Вон горы Калферола, окружающие Барселону. Вот они, солнце засвечивает. Вот Монжуик. Сейчас, подождите. Вот он, Монжуик. А то я край показываю, и вы можете подумать, что это вон та гора. Вот Монжуик, и крепость наверху видна, монжуикская. Вот, и вот это уже Тибитабо видно. Вот так. А нет, это которая с телевышкой рядом. Гора. Тибидабо вот здесь. Вот. Это фуникулер, башня видна. А вот это эти аутлеты здешние. Вот эта скульптура, 4 столба. Вот символ каталонской самоидентичности. То есть вот эти как 4 полосы на флаге каталонском. И дальше вот такая прогулочная аллея, прямо вот туда в море выдается. И идете с одной стороны море смотрите, с другой яхточки там разные всякие. Ну, они достаточно обычные, эти яхточки. Ну, вот, казалось бы, такой простой монумент, но он имеет свою символику. Вот еще раз на него вам обращу ваше внимание. Вот здесь люди сидят. Смотрит. Но это не только жильцы гостиницы, а вообще просто люди гуляющие. Тут и я вот пришла тоже. Вот. Такой вам ракурс симпатичненький. Вот так.